Рост аварийности с участием нетрезвых водителей на территории города сделал необходимым проведение рейда. Его целью была массовая отработка жителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За два месяца 2016 года в 13 дорожно-транспортных происшествиях 5 человек погибло и 14 пострадало. Одно из ДТП произошло с участием водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В нем погибло 2 человека. В рейде было задействовано 6 экипажей ДПС. За время проведения данного рейдового мероприятия было отстранено от управления 2 нетрезвых водителя. Материалы, по которым в настоящее время направлены на рассмотрение в мировой суд города Рассказово. Во время проведения один из водителей не отреагировал на требования сотрудника ДПС остановиться. В результате он был задержан. По его словам, им были неправильно поняты жесты инспектора. На гражданина был составлен протокол. Профилактика и выявление нетрезвых водителей будут продолжены. Пьяный водитель несет угрозу другим участникам дорожного движения и угрозу не только здоровью, но и жизни. Юрий Ценин, Максим Скалинский, новости ТВ Рассказово.